Привет, мои хорошие, привет, привет. Сегодня такая с утра была не очень хорошая погода. Я проснулась, как будто меня били там ночью, всю ночь. Как будто я где-то разгружала машины. В общем, на улицу посмотрела, такая прям, ну, чернота была с утра. Но глянула, ветра нет. Думаю, пойду прогуляюсь, дойду до Чижика. В общем, дошла до Чижика, потому что у меня закончились, вот видите, полотенца тут кухонные. И такая хорошая погода. В общем, моя хандра немножечко прошла. Я пришла, пораскрашивала. Думаю, пойду сейчас поделюсь с вами, что прикупила в Чижике. Почему бы нет? И буду уже готовить, потому что мне нужно отварить печень. Мне нужно, вот у меня тут капуста, стушить капусты хочу вкусной. Вот, как раз кое-что прикупила тут для капусты, вам расскажу. И насчет киви. Меня очень многие спрашивали: Марин, как киви? Я уже попробовала, два съела. Посмотрите, какое оно огромное. Это вчерашнее киви с рынка. Такое оно просто большое. Во-первых, я там его на рынке потрогала, прежде чем брать. Она очень сочная, ну, мягкая. Во-вторых, цена 90 рублей вообще. И оно мед. Очень вкусное, очень сочное, мягкое. Прям вот мед. Я почистила вчера, съела. Ну, в общем, мне понравилось. Хорошая киви. Поэтому, кто спрашивал, там мягкое, не мягкое, сладкое, не сладкое, очень сладкое. Даже практически нет кислинки. Вот все как нужно, как должно быть в киви. Так, что я еще пошла в Чижик? У меня закончилась сода. Самая дешевая сода у нас в Чижике. У меня даже запасов нет, я уже все протратила. В общем, купила 3 пачки. Сода у меня в доме должна быть всегда. Я уже всем и советую, и говорю. Советую по-хорошему, по-доброму, потому что сама уже давно пользуюсь. Ложки, вилки, доски разделочные. В общем, все-все-все практически мою содой. Я, конечно, не противница моющего средства. Я тарелки, кастрюли, это я мою моющим средством. Ну, вот какую-то такую мелочугу, ножи, доски, ложки, вилки я мою содой. А, и стаканы. Вот, стаканы, из которых внутри, тоже мою содой. Поэтому сода нужна. Дешевле где сода, я не знаю. Вот самая дешевая у нас в Чижике. В остальных местах от 30 рублей и выше. Так что сейчас это уберу, поставлю. Еще надо, может, что-то из картошечки сварганить, из тыквы. В общем, дел очень-очень много. 109 рублей взяла масло. Я обожаю масло ароматное. У меня уже кончается, я тоже впрок не беру. Кончается, вот купила. 109 рублей, хорошая цена. Мне что-то кажется, оно даже подешевело. Но здесь полноценный литр. Полноценный литр. Так, обычное масло пока брать не стала, потому что у меня есть. Повторяюсь, что впрок особо не беру. Вот сейчас будет кончаться, я возьму. Так, полотенце купила 69 рублей. 2 штуки, но лучше бы, знаете, они на одну намотали. Очень они дохленькие, тоненькие. Видите, прям, ну, здесь даже нету 2 сантиметра полотенца. Смотрите, ну, очень они тоненькие. Но это, в принципе, как одно. Лучше бы намотали одно. 2 рулона, 2 слоя, 12 метров. Это, наверное, на все 2 полотенца. В общем, 12 метров, 100% целлюлоза. В общем, я брала такую туалетную бумагу. Мне понравилось, в принципе, мягкое. Взяла полотенце, вот это мама-лама, да? С ламкой такой. Мягкие, хорошие. Полотенца беру впервые вроде. Не помню. В прошлый раз вроде какой-то другой фирмы там хватало. Но у меня сейчас выбора нет, чтобы куда-то далеко идти. А мне надо... Я не могу. Я вот как без рук. Мне нужно, чтобы были салфетки, полотенца. Всегда все у хорошей хозяюшки под рукой. Чек. Все, чтобы называть вам правильно. Так, сода по 29, да, полотенце по 69 рублей, масло 109. Пакеты майки там не подорожали, по 4 рубля, я взяла 1 пакет. И также я еще пошла, что-то вчера кинулось, вроде у меня было много. Я потому что когда была в Доброцене, в Светофоре, думаю, не буду покупать, у меня много ушных палочек. Вот тоже взяла, это мама-лама, смотрите, такая лама тут тоже нарисована.
ватные палочки. Здесь аж 400 штук. Вот только не знаю, мягкие они, не мягкие. Ну, такие средние. 400 штук, 100% хлопок. Плотная намотка. В общем, взяла. И такие палочки, я даже не посмотрела, сколько они стоят. Сейчас чеки с вами вместе посмотрим. Потому что... А почем же они? 400 штук, 59 рублей, 400 штук. Ну ладно, буду пользоваться пакетами такими. Но мне нужно, я вот ухватила, я же вначале думала, ладно, я в Чижик и вот так погуляю, дойду до фикс-прайса. Но все же у меня сил нету, думаю, ладно, куплю все в Чижике. 59 рублей за 400 штук, но я считаю, хорошая цена, нормальная. Вот, так что прикупила. В общем, я за такими, за нужными, сходила за нужными вещами в магазин. Купила крекер вот такой. Это к чаю. Бывает, что-то хочется погрызть. Они тоненькие-тоненькие, с кунжутом. Французский крекер. Попробуйте, советую. Вот кто, знаете, такие печенья не любит, как типа юбилейные, я такие не люблю. Не люблю вот овсяные. Могу в охотку вот овсяные, но я не люблю. И вот кто также не любит вот эти юбилейные какие-то печенья, кто любит такой более тонкий крекер, мне кажется, он более такой полезен. Ну, по крайней мере, две штучки съешь. Там я даже высчитывала калорийность. Там вообще что-то очень мало. Поэтому вот этот крекер французский с кунжутом могу прям посоветовать. Мне он нравится, я его и в свое время брала. И сейчас вот увидела, думаю, а почему бы нет, очень хрустящий, вот с чаем, кофе, я пью без сахара, и он не очень сладкий, вот не очень сладкий, очень хороший, поэтому взяла, по 39 рублей, он там стоит, 39,90, да? Да, 39,90 он там стоит. Хороший такой крекер. Вот это печенье я советую. Кто будет в Чижике, обратите внимание, именно не на юбилейные там, а вот именно, что там есть вот такой тонюхонький крекер. Он прям... Его даже можно сделать вот вместо чипсов. Сейчас же к Новому году какие-нибудь на нем закусочки. Он такой тоненький. Прям закусочки будет самое оно. Взяла еще в Чижике курицу. Я ее отварю. Вот, бедра. Либо сделаю на пару. Я сейчас, у меня диета. Так что либо сделаю на пару, либо отварю. Здесь 900 грамм. 159 рублей. Не подорожала. Взяла 900 грамм. Хорошая такая это. Но там, смотрите, я выбирала. Там есть и по 5, и по 3 бедрышка. Вот я взяла 4. Смотрю, тут 4. Но там 3 есть. Представляете, на килограмм 3 бедрышка. Такая... Курица-мутант. Вот. И взяла эскалоп из свинины. Эскалоп это более такое постное мясо. Не жирное. Даже я бы сказала сухенькое белое мясо свинины. Эскалопчик. Вот. Оно как идет, как знаете, как куриная грудка. Что я хочу с ним сделать? Взяла специально. Сейчас я его пока уберу в холодильник. Натуральный экопродукт. В общем, он уже порезанный тоненько. Вот, порезанный тоненько. Единственное, смотрите, я вот выбирала, там есть некоторые кусочки. Более жирка здесь вот по краю идет побольше. Я, видите, взяла вообще постные-постные. Там выбирала, чтобы у меня вообще не было жира. Мне не нужно. Стоит такая упаковочка 199 рублей. Здесь 400 грамм. Да, это, конечно, дороговато. Но мясо вообще очень дорого у нас. Я стараюсь, ну, в принципе, я стараюсь мясо так не есть, не наедаться. У меня в приоритете, в принципе, вареное куриное мясо. Вот, как бы. Но и свинину, говядину я не избегаю. Другие виды мяса, как бы, я не избегаю. Это я взяла именно стушить капусту. Думаю, ну что, капуста будет совсем пустая. Я его порежу на небольшие кубики. С луком, с морковкой обтушу. Сделаю, как бы, такую тюрю. И туда капусту. И у меня капуста будет тушиться. Хочу именно с тушеной такой капусты, не жареной. Я ее буду тушить не на масле, а прям водички подливать. Вот. Вот это вот зажарку эту стушу. А потом капусту уже буду на водичке подливать водички. И, в общем, у меня с маленькими кусочками мяса будет. Можно на фарш провернуть, сделать, если не хотите мясо там кусать. Как говорится, можно, в принципе, фаршиком провернуть и вот с фаршиком тоже стушить капусту.
будет очень вкусно. Но я хочу вот именно кусочками, так как она тоненько порезана, видите, там тоненько прям. Я кубиками такими небольшими ее порежу и стушу капусту. Возможно, посмотрим, будем вместе с вами тушить, либо я на кулинарный канал рецепт сниму. Вот этой обалденной капуста получается на ура. У нас съедается буквально за один день. Вот. Но она вообще полезная-полезная. Масло в такую капусту можно вообще не наливать, потому что вы, если у вас хорошая сковородка, вот я, например, у меня вообще нет сковородки, вот я все в этой в одной сковородке, моя керамическая сковородка, я так жалею, что ее купила, надо было лучше две хороших, там, она стоит 2500, представляете, я ее купила, эту керамическую, и сейчас я, ну, оплевалась, девчонки. Я вот, если честно, я всегда вам честно говорю, лучше бы я купила вот эти сковородки, которые у меня, вот моя любимица, где она, вот она, моя любимица, вот это, вот, я в ней все делаю. Это... Ой, ой, фу, надо... рыбу тут надо мыть. Чуть тут... А, вот, моя любимица. Лучше бы я купила две такие сковородки. Две такие сковородки. Они что-то вообще недорогие. То ли по 800 рублей. В общем, я в ней уже готовлю сколько? Года два, наверное, да, когда я ее покупала. Чем вот эту керамику. Ну, не для меня эта посуда, не для меня. Не пошла она мне так же, как не пошли мне сковородки... нержавейки. Вот. Ну, то ли я такая какая-то косорукая хозяйка, не умею на них готовить, то ли что, не знаю. Но такие сковородки мне не пошли. И вот я сейчас смотрю, может быть, на день рождения кто-то мне подарит сковородку хорошую какую-нибудь. Не знаю, правда, еще какую. Но посмотрим, потому что сковородка вот у меня одна, я ее туда-сюда, чтобы что-то приготовить, нужно ее мыть. И больше так у меня уже сковородок-то и не осталось. Что тефалевские, я лет 10 назад у меня были тефалевские, тоже все выкинула, девчонки, выкинула. У меня был полный набор от такой большой сковородки 28 сантиметров до чуть ли не вока сковородки. Там набор был то ли 4 сковородки, то ли 3, не помню. Раза 3, наверное, скорее всего. Я все выкинула, до того покрытия там... Ой... В общем, вот так. А вот эта сковородка, по ней все плавает. Вот я ее раз-раз-раз помыла, моется на ура, ничего к ней не пригорает. В общем, если у вас такая сковородка, мяско чуть-чуть обжарили, можно даже масло не добавлять, либо там вообще малюсенькую каплюшечку прям. Лук туда, морковку кинули и капусту сверху водиточки подлили, она у вас сушилась, капуста. Вот такая на ура получается. Вкусная, даже не надо ее солить много. Щепотку вот так соли бросили. Я даже никакие приправы, я люблю вкус капусты чувствовать. Поговорили с вами, да? В общем, вот так. Смотрите, у меня на канале вышел обалденный яблочный пирог, уже съеденный сегодня на завтрак. Просто тает во рту, получилось, как он холодный, вообще как пирожное, как будто сверху, правильно мне написали, как вот песочное печенье такое хрустящее, очень интересное получилось. Такие хрустики, но оно прям тает во рту. А внутри как будто вот яблочки с кремом таким. Вышло очень вкусно и очень быстро делается. Девчонки, кто-то мне там говорил, можно все и перемешать. Кому? Я просто немножко делала так, чтобы эстетический вид был все же для видео. А так можно все перемешать по-быстренькому и вот аккуратненько как бы выложить. Но я именно делала, чтобы у меня вот слои такие были на разрезе интересные. Ну, в принципе, это тоже, что любой хозяйке макнула в тесто, положила, макнула, положила. Это, в принципе, не так долго. А будете перемешивать яблочки, все же у меня такие яблочки хрусткие, хорошие были. Вот эти с рынка. Вот эти вот с рынка. У меня одно яблоко, я взяла 4 яблока на килограмм. У меня одно яблоко, вот такое целое, 250 грамм, нечищенное. Крупные, хорошие. Ой, я пойду еще, наверное, возьму. 90 рублей килограмм получаются яблоки. Но они вот такие, какие должны быть, по моему вкусу. Вот такие, какой-то у него сладость и терпкость, кислость, вот яблоко, вот хорошие хрусткие такие, вот такие яблоки мне нравятся. И пирог с ними получился на ура. Я вначале думала яблоки сдобрить еще лимоном, потому что некоторые яблоки есть очень такие приторно сладкие. Но это нет, это оказалось именно вот такая сладость, кислость, даже я бы не сказала, что они кислые в кислую сторону. Такая сладость, терпкость именно настоящих таких яблок. И аромат, ой,
А какой пирог ароматный? Вот оно яблочком пахнет. Если вы с сезонных яблоков сделаете этот пирог, это вообще вот так кусочками режешь, и оно как пирожное, прям как тортик такой. Все, мои хорошие, я ухожу. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Смотрите этот невидимый яблочный пирог на кулинарном канале. Я буду очень рада каждому зрителю. Спасибо большое. А всем остальным тоже, кто иногда пишет и плохие комментарии, всем мира, добра и солнышка в окошке. Пока-пока.